Ребятки, всем добрый день. Nissan Qashqai. И смотрите, что произошло с диском тормозным. При торможении машина дергалась, но биения в руль никакого вообще не было. Вот смотрите, что произошло с тормозным диском. Наружная сторона, как вы видели, в идеальном состоянии. А внутренняя расслоилась. И именно с этой стороны колодку села почти до нуля. Хотя колодки, как хозяин говорит, ставились новыми. Сейчас я вам покажу, какая колодка. Вот, практически до нуля износ. А вот у нас с правой стороны. Почти два раза больше остаток. Не пренебрегайте тормозной системой. Обслуживайте ее, пожалуйста, вовремя. Всем спасибо.